Именно она и была, наверное, моим главным примером, почему я решила стать учителем начальных классов. Прежде всего, это был понимающий, добрый человек, и она всегда старалась нам помочь, поэтому, наверное, и была для нас как второй мамой. Баронина Наталья Гавриловна, я училась в Брянске, это была заслуженная учительница, мы ее очень любили. Она говорила, что мне нужно идти учиться на учителя литературы почему-то. Такая профориентация была, я ее запомнила на всю жизнь. У меня она ассоциируется как с каким-то эталоном, образцом человеческого достоинства, любви к детям. У нас не было с первого класса иностранного языка, мы изучали с пятого класса. Именно с этого времени я начала изучать иностранный язык. Одним из первых учителей была Донцова Альбина Петровна. И она привела любовь мне к данному предмету. Также была в школе уже в среднеобщеобразовательной. Это Фияла Галина Львовна. Именно эти два педагога, которые привили мне любовь к данному предмету, и я стала учителем. Моя первая учительница была Екатерина Кирилловна Ткаченко. Знаете, для нас, ну, во-первых, Екатерина Кирилловна было очень сложно выговаривать в первом классе, но тем не менее она нас научила, и я ей очень благодарен, потому что все, что связано приятное со школой, вот говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет, да, как вот первый класс прошел, так и дальше пошло. Начальная школа дала старт, и все стало своим родным, близким. После того, как вот в школе встретились такие замечательные педагоги.